Вдохновленные 4 концертами в августе, словучане стали с большим уважением относиться к проекту «Славутич Мала культурна столиця». А сегодня утром меня встретили на улице и спросили, а во сколько точно Олег Винник будет 17 сентября петь на Центральной площади? Увы, я вас должен расстроить. Впервые в истории Славутича такая большая рекламная афиша концерта, который состоится в Чернигове. Билеты, кстати, еще есть от 290 до 1290 гривен. Именно в Чернигове. В Чернигове 17 сентября будет Олег Винник. Но с другой стороны, у нас есть информация от отдела культуры и супервайзеров малой культурной столицы, что в Славутиче в этом году еще будет как минимум 7 раз большая сцена. Традиционно в 3 этапа. 17-18 сентября на Центральной площади выступит филармонический оркестр с программой «Музыка-кино», джазовый коллектив из Чернигова, «Славутические звездочки» и гости из Киева. 24, 25, 26 сентября в рамках малой культурной столицы и ЗОСИ вы увидите танцевальный баттл гостей из Грузии и звездочек из Украины. А 16 и 17 октября опять же на большой сцене, опять же в рамках малой культурной столицы и Golden Fest будут сиверские клейноды и снова звезды. Традиционные гости из Киева. И еще раз хотим напомнить вам о том, что фестиваль «Золотая осень Славутича» в этом году пройдет с 24 по 27 сентября. А на нашем канале, начиная с 17 сентября, смотрите видеозарисовки о предыдущих фестивалях. Золотая осень Славутича на судружньому колі зібрала, і під крилами білого ангела нам багатство душі дарувала. И кроме того, у нас еще один фестиваль Golden Fest для тех, кому 50+. Он пройдет с 15 по 18 октября. В общем, следите за рекламой о фестивалях и концертах на нашем телеканале.